Если исходить из нормального человеческого разумения, то это грабеж. Собственно, такое же насилие, другая сторона того же насилия, которое выражалось в дискриминации вероисповедания и верующих, выражалось в оскорблениях, когда врывались во время богослужений, выражается сейчас в том, что пытаются отобрать все до нитки. Я думаю, что придет время, когда российскому государству надо будет проводить такую же частичную реституцию собственности религиозной, которая с 2010 года происходит в отношении Русской Православной Церкви. И, безусловно, государству рано или поздно придется вернуться к принципам религиозной свободы, а значит вернуть свидетелям Иеговы то, что сейчас конфискуется.